Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать вам, как приготовить национальное блюдо народов Севера под названием юкала, которое делается из свежей рыбки, хранится целый год до следующей рыбы. Они готовят ее в очень больших количествах. Ее кушают сами они, кормят собак. Короче, они называют это наш хлеб. Делается оно следующим образом. Берется рыбка. Лучше брать хорошую рыбку, большую, жирненькую. И разделывается на такие части. Делается надрез доха позвоночника ножом. Вставляется нож. И вдоль хребта делаем вот такой надрез. Голову отрезаем, она нам не нужна. Развалили. Это все убираем, кровь. Работать рекомендую перчатки, либо когда не скользит, просто для удобства. Разворачиваем ее, вставляем нож под позвоночник и срезаем позвонок. И в обратную сторону то же самое. Получается у нас вот такая штука. Это можно отрезать. Голову можно сварить, посолить, пожарить. Все что угодно. Голова вкусная. А это можно выбросить. Нам больше не понадобится. Сейчас почистим. Все это дело. Красиво уберем. Затем, для приготовления юкалы нам нужна только вот эта часть. Брюшко нам не нужно, мы его срезаем. Потому что оно высохнет и будет очень-очень тонкое. Отвлекусь на секунду. Вот у нас закипела вода для приготовления тузлука. Кидаем туда соль. Много. Соли кладем столько, пока она не перестанет растворяться. Крутой тузлук варим. Было достаточно, пусть варится. Сейчас вернемся к нашей рыбке. Вот здесь у нее остались ребрышки, их надо убрать. Косточки. Всего этого можно приготовить уху. Но дома уху не сваришь, рыбный суп сварить. Будет вкусно. Можно просто выкинуть. Срезаем половник. Нам не нужно.
получается вот такое вот филе. Дальше берем нож и делаем примерно на таком расстоянии продольные надрезы до шкуры. Раз, два, три. По всей длине шкуру не прорезаем. Шкурка должна остаться. На ней будет все это дело висеть. Видите, как получилось? Такая заготовочка. Пойдем мы пока сюда. С этой делаем то же самое. Срезаем чешу. Брюшко, значит. Брюшко можно приготовить. Просто поджарить. Можно сварить также суп. А можно приготовить чешу. Но это об этом в следующем видео будет. Все. С этим куском филе делаем то же самое. Надрезы. По всей длине. Все. Откладываем. Так, тузлук закипел. Остываешь куска. Он грязная. Тузлучок закипел. Даем ему отстояться, соль каменная, там маленький песочек он на дне, чтобы это все осело, остыло, обожаем с рыбкой. Так, ну вот, с этой рыбкой делаем то же самое. Так, ну вот, друзья, срезаем песок наш остыл, отстоялся, я его отфильтровал, сейчас он чистый. Вот наша рыбка. Надрезы мы делали, помните, под углом, примерно 45 градусов. Для чего? Когда мы будем ее подвешивать, рыбка у нас вот так вот откроется. Хоп. Хоп. Видите? И каждый кусочек будет потихонечку подсыхать. Вот. Так, ну сейчас берем рыбку и опускаем в этот сильно соленый тузлук. Много тут звука получилось. Опускаем этот рыбку и на соленый этот звук. Звук очень сильно соленый. Повторяюсь, это важно. На 5 минут, не больше. Так, на 5 минут. Рыбка как бы обваривается в этом тузлуке соли. Каждый кусочек попало. Так, вот сейчас без 15, ну, без 14-12, через 5 минут продолжим. Так, ну вот, прошло ровно 5 минут. Теперь эту рыбку вытаскиваем. Смотрите, она какая стала. Края у нее обварились от соли. И подвешиваем, чтобы она немного стекла. Все. Тут рассол не смываем. Все. Сейчас наша рыбка немного стечет, я повешу ее на ночь на балкон, там сетка москитная, муха до нее не доберется. А завтра утром отвезу на дачу и развешу там. Все, когда будет все готово, продолжим наше видео. Вот такая вот штука у нас получается. Она еще вытянется, пока будет сохнуть, будет еще больше. Старайтесь рыбку брать покрупнее, не мельчите. Вот. Что получается? О, красиво. Ну все, ждем пока высохнет. Продолжим видео. До свидания. Так, ну вот, друзья. Наша юкова, которую мы с вами начинали делать неделю назад, подсохла. Можно сказать, в
высохла основательно, видите? Вот что из нее получилось. Она вытянулась, стала почти в два раза длиннее. Мясо высыхает до такой степени, что в нем не остается ни капельки влаги. Вот видите, как она ломается. О! Очень вкусно пахнет. Абсолютно сухое. Хранится до весны спокойно. Они на нальце вывешивают ее на чердаках своих домов. Сначала высушивают, потом вывешивают. И она у них висит всю зиму там. Кушают сами, кормят собак. Они что-то заготавливают ее просто в нереальных количествах. По очень много. На все стойбище там, не знаю, там тоннами, тоннами, наверное, все заготовится. Ну а для нас она представляет интерес как закуска к пиву. Мясо едва-едва соленое, маленько так соленоватое, но в меру. Под пиво закуска просто сказочная. Если у кого-то есть возможность, попробуйте, не пожалеете. Можно делать, в принципе, и из белой рыбы. Я делал юкову из щуки. Срезал брюшки, брюшки солил отдельно, а спинки вот по этому рецепту готовил. Получается тоже очень интересная штука. Но щука такая более, как бы сказать, жестковатое мясо у нее есть, что-то там. Ну, под пиво отлично. Вот я вам отвечаю. Смотрите, какое мясо сухое. Видите? Все. А вот что получается из брюшек. Это так называемая теша. Теша. Кому как больше нравится. Тоже замачивается в тузлуке. Но тут маленько делается тузлук, маленько другой. На литр воды берется столовая ложка соли, столовая сахара. Рыбка замачивается в этот солено-сладкий тузлук примерно на 4 часа. Ну, тут видите, они тоненькие брюшки. Все. Потом не смывается больше водой, просто вывешивается на улицу. На ветер, лучше на ветерок. Вот смотрите, что получается. Вот такая вот штука. Тоже отличная закуска под пиво. Все. Всем спасибо за просмотр. Видео заканчивается на этом. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а кому не понравилось, ставьте дизлайки.